генералы, товарищи офицеры, уважаемые гости. Сегодня мы стали участниками значимого события. Командующему Восточным округом войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенанту Яшину Юрию Викторовичу вручен личный стандарт. Что все служебно-боевые задачи войсками округа выполнялись, выполняются и будут выполняться с достоинством, с честью и с качеством. И что Восточный округ войск Национальной гвардии будет надежно охранять внутреннюю безопасность нашей страны в веренном ему субъекте. Спасибо. Награждены медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени генерал-майор Рукавишников. Это прежде всего, это знак персональной ответственности командующего за обеспечение безопасности личности общества нашего государства в конкретном регионе. И я считаю, что генерал-лейтенант Яшин Юрий Викторович, как боевой офицер, имеющий значительный опыт, прокомандующий долгое время отрядом специального значения, выполнявший задачи во всех практически регионах Российской Федерации, эта задача справится. Первоочередными задачами будет являться подготовка сил и средств для обеспечения 5-го Восточного экономического форума и участие вместо с федеральными органами исполнительной власти в комплексных и профилактических мероприятиях во всех субъектах Дальневосточного округа.